3 февраля в концертном зале Висогинского культурного центра «Сидулина» состоялся премьерный показ музыкального спектакля «Один день из жизни племянника». Спектакль был поставлен педагогом класса классического танца Висогинской академии творчества и искусств Татьяной Ежовой по сборнику пьес Петра Ильича Чайковского «Детский альбом». 24 пьесы были сочинены Чайковским летом 1878 года и были посвящены племяннику композитора Володе Давыдову, которому в то время исполнилось 6 лет. «Детский альбом» наряду с произведениями других композиторов-классиков входит в Золотой фонд мировой музыкальной литературы для детей. Зрители тепло встретили выступления юных артистов, а все они очень старались. Спектакль получился зрелищным еще и благодаря специально пошитым костюмам, которые помогали перенести публику в атмосферу 19 века. Вот и позади наша творческая еще одна работа по НВШ-программе. Она была запланирована еще год назад. К сожалению, финансирование не продлили. Мы хотели эту эдукационную программу показать в усадьбе Дукштаса Старого, в том дворце, где это было бы органично. Конец 19 века постройки. Хотелось бы для детей это сохранить. Музыку, отношения к классическому танцу. На этом произведении очень хорошо можно учиться. Учиться двигаться манерам, этикету. Потому что очень многое дети узнают через постановку вот подобных мероприятий. Спасибо детям, что они поддержали вот эту идею. И у нас еще один мини-спектакль получился красивым.